Что ж, друзья мои, сегодня у нас изучается демо-версия игры «Колобок». Это такая интерпретация русской сказки в жанре хоррор. Вообще, я люблю, когда программисты привносят какую-то русскую действительность в свои игры, потому что по большому счету для всего мира Россия — это такая терра инкогнита, и кроме каких-то старых замшилых стереотипов никто о ней ничего не знает. Но вот почему-то у русских программистов все время выходит сплошная чернуха. Наверное, это какая-то такая девиация мышление, раз ты программист, у тебя мозги как-то не так работают, и ты ищешь всякую гадость. А что делать в этой игре, непонятно. Так, а есть ли здесь какие-то настройки? Нифига тут нету. Нифига тут нету. Угу. Ой. Значит, мы надо полагать колобок, и нам надо от всех уйти. А от бабушки, от дедушки. Ой, кто-то там есть. Ага, никого нету. Ой, какой-то глаз выскочил. Вон там избушка. Ой. Сферическая в вакууме нога мимо нас прошла. Графика, конечно, жуть. У меня уже от нее в глазах рябит. Опа. Нам туда идти или нам туда не идти? Что здесь? Опять то же самое. А здесь что? А здесь у нас... Ничего. Ой, нет. Какая-то штука. Так, никаких прыжков здесь нет. Ничего здесь нет. Не пройти. Ну, вот скажите мне, зачем я сюда пошла? Заняться мне было нечем. Малопонятные символы. Хм.
что-то. Бега тоже нет. Еще какая-то. Какая-то тут история разыгрывается. Какая-то экстра маленькая локация тут, которую я заползла зачем-то. Давайте попробуем подняться. Удастся подняться? Ну, еще немного, еще чуть-чуть. Вот. Тут-то что еще за? Если я туда спущусь, я обратно вылезу. Ну, по идее, должна. Нет. Тут ничего нету. Да. Вылезла хорошо. Так, там я уже была, тут уже была. Где еще не была? Это, видимо, церковь, да? Ну, никаких. Надписей на ней нет. Оп, колобок застрял. Ну и где хоррор? Вот та единственная одна нога и глаз в камеру, это и все? Какая-то ерунда. Где я лажу? Вот чего я не пошла туда, куда мне избушка светила. Где теперь вообще эта избушка?
что здесь можно подняться. Какой-то ловкий бак, позволяющий ходить где хочется. Так, где же была эта? А, мельница далеко. Так, здесь мы были, здесь ничего интересного. Так, вот это что такое? Ой. Ничего. И что это значит? Ага. Мы теперь, значит, на машине куда-то едем. Типа за нами колобок гонится. Так что ли? Заяц монструозный. Ничего не понятно в этой игре. Единственная клевая игра, веселая, была «Три богатыря». Ее, к сожалению, из Стима удалили. Ну, в смысле, по русским сказкам и былинам. И еще очень клевая игра была «Отряд Ее Величества». Так, ну что, мы должны забодать эту голову или объехать? Вот если вы еще помните какие-то хорошие, добрые, веселые сказки по русской мифологии, вот попросите меня в комментах. Так, мусоропровод. Потому что мне как-то больше на память ничего не всплывает. Так, кривая дверь. С огромной лукой. Причем здесь, казалось бы, колобок. Вообще непонятно. Как такового хоррора здесь и не пахнет. Не происходит вообще ничего страшного. Не происходит, по сути, вообще ничего. Так, это мы ходим кругами, да? И зачем мы так делаем? Что нам нужно найти? Боже мой, от этой графики у меня уже глаза готовы вытечь из глазниц. Так, ну вот, куда это я провалилась, дальше что? Это был баг или так и задумано? Ноги. Чьи-то ноги.
На психоделику не тянет, на хоррор не тянет, на Колобка тоже не тянет. Вот что, ноги, дальше что? Я прохожу сквозь них. Эх. Что я вам скажу? Очередное унылое Г, которое чуть-чуть попаразитировало на русской мифологии, на русских сказках, которые, собственно говоря, ничего из себя не представляют. И совсем-совсем недостойно нашего внимания. Графика ужасная. Смысла нет, страха нет, действия нет, сюжета нет, музыки нет. В общем, 0 баллов из миллиона. Пожалуй, дальше я не буду даже здесь бродить. Очень-очень разочаровывающе.